Вместо уроков фриропа от некоторых занятий сегодня были освобождены ученики 8-10 классов 13-й школы. А все потому, что на пришкольной площадке проходили соревнования по экстремальному виду спорта, который называется фрироуп. Провести их помогли участники волонтерского движения «Территория добра» и представители комплексного центра. От каждого класса выставлялись по 5 человек, и так как многие из них в этом виде спорта новички, дистанция была несложная. Фрироуп – это, так скажем, старый добрый веревочный полигон, только на новый лад. Отличается тем, что здесь есть свои некие правила, которых не было тогда на турслетах. Основным из которых является, что участники, зайдя на один из этапов, они не имеют права касаться земли до конца всей трассы. Здесь натянули трассу упрощенную, упрощенную тем, что очень мало этапов, их всего 8 у нас, и элементы простые по прохождению. Ну, я бы еще раз прошел, только побольше какой-нибудь дистанции. А, в принципе, класс неплохо выступил. Надеюсь, что-нибудь займем. Все понравились все дистанции. Я много раз уже проходила все это. Но самое сложное – это был вот маятник. Там я думала, что упаду. Но... Маятник – это натянутая веревка, и ты должна взять веревку, которая привязана к другому дереву, и, наклонившись назад, идти. Вот. Ну, как бы была сложность в том, что... Когда натягивается веревка, кажется, что ты упадешь, и ноги сильно дрожат. Всех желающих заниматься активным отдыхом, туризмом, веревочными полигонами, организацией и проведением таких же мероприятий и фриропом приглашаем в подростковый клуб «Бумеранг», который находится по адресу Дружбы, 8 Виктор.